Всем привет! Итак, мое второе видео о сайте Sheraton или Sheraton, собственно, неважно. Так, если кто не в курсе, это сайт псевдооблачного майнинга, который стартовал только вчера. И здесь можно одновременно майнить биткоины, эфир, лайткоины, доджи, намкоины, перкоины, манера и даши. Вот, если где ошибся, то поправьте меня. Я имею в виду название криптовалют. Также можно майнить доллары и непосредственно само облако. Вот, за регистрацию вы сразу же получаете 100 гигахеш мощностей и можете приступать к майнингу абсолютно без вложений. Итак, немножечко статистики. Сайт онлайн один день. И 24 500 уже здесь зарегистрировавшихся пользователей, онлайн 1045, депозитов почти на 15 000 долларов, 14 409, и вот такое вот количество мощностей приобретено. Так, последние депозиты сегодняшние вот такие вот, и последние выплаты также присутствуют. Итак, собственно, видео я записываю по случаю, как и обещал, когда сделаю вывод отсюда первый. И, в общем-то, я его отсюда первый вывод сделал. Минималка здесь на вывод в долларах всего лишь 50 центов. У меня набежало чуть больше, 70 центов. И я решил с этим делом не затягивать и сделать вывод. Итак, для начала теперь немножечко моей статистики. Я здесь нахожусь на втором уровне. Вот такое вот количество гигахешей у меня, 4233 гигахеша мощностей, что эквивалентно 42 долларам. И на втором уровне я использую уже не 100% мощностей, как на первом, а 110. Таким образом, мой доход в сутки получается 4,4%. Вот. Так, ну и, собственно, переходим к выводу, да? Так, история. И вот мой вывод. Деньги я выводил на PR кошелек. Зачислились буквально в течение минуты, может быть, двух. Вывод делал 70 центов, было зачислено 69. 1 цент, судя по всему, комиссия кошелька PR, так как здесь написано в правилах, что комиссию сайт не взимает ни за ввод, ни за вывод. Вот. Так, далее. После того, как я совершил вывод, я поставил майнить биткоины. Я всегда так делаю на подобных сайтах. И, естественно, после того, как я сделаю вывод биткоинов, я, конечно же, запишу видео. И там уже расскажу и покажу, удалось ли мне сделать вывод или нет. Вот. Ну, я думаю, что все, конечно же, удастся, так как, во-первых, сайт только вчера открылся. Во-вторых, думаю, отработает он хорошо. Так, и получается, здесь по статистике у меня в сутки 44 700 сатош получается. Это, естественно, учитывая мою мощность и курс биткоина. Вот. Так, что-то я еще хотел показать. Нет, не статистика. Ага, расчет. Это я забыл вчера, ну, в смысле, не забыл, я показывал, но забыл немножечко здесь уточнить. То есть я сейчас на втором уровне и мощности использую 110%. Соответственно, на третьем это уже 120%. И на последнем уровне, на девятом, ну, вообще их здесь как бы 10, потому что присутствует еще нулевой уровень. Это когда у вас до 500 гигахешей, когда вы только зарегистрировались. Вам дали подарочные гигахеши, и вы на нулевом уровне. Если его учитывать, то их всего здесь 10. Вот, и на последнем уровне, девятом, да, у вас будет использоваться 200% гигахешей. Ну, конечно же, чтобы на него перейти, нужно так довольно неплохо
вложить сюда денег. Но вот, допустим, до 4-го, до 5-го уровня, я думаю, дойти будет вполне реально. Опять же, это если сайт себя хорошо покажет и будет нормально работать длительное время. Вот, так что вывод такой. Сайт платит, в принципе, доверие вызывает. Поэтому регистрируйтесь, ссылка будет, естественно, под видео. Забирайте свои бесплатные 100 гигахэши мощностей и можете приступать к майнингу абсолютно без вложений. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь.